todos. Что? Залили разводкой, делаешь, где есть захват, который продолжить можно. У Лили нет захватов, которые можно продолжить в комбо. Ее командник не дается в комбо. Начинать файтинги несложно играть. Подсесть на них это уже сложнее. Если тебе нравится, подсядешь, не нравится, поиграешь, суп пару месяцев забросишь. Да нет, не вынесла я этого фэнга, господи. Глотнул чаечку вместе с ней. Поехали. Я сколько он играл. С Фигелем, кстати, тоже. Да я же оп, в спину. Оп. Ого, господи, что это? Честно? Я ж села, блин. Меня пугает. Это лицо хитрое. О, жалко, они сделали такой геморрой, что нужно постоянно возвращаться в руму. Выбирать сторону, выбирать персонажа и снова играть, а потом снова возвращаться в руму. Блин. Смотришь на счастье, если там есть режим 1-1, без лишних загрузок. Слушай, все разочарованы кастомайзом в такие.
На мой взгляд, в Tekken 6 было отлично. Сейчас он какой-то дико урезанный. Абсолютно. Остается утешать себя мысли, что они добавят новый шмот, как и обещали, в виде DLC. Когда-нибудь. В следующей жизни. Рады. Наше все. Были бы они еще хорошие. Полезно. Плохо не видеть дебаггер в игре. Плохо их жрать. Не жрите дебаггеры. Не надо разбавить монитор. Играем. Можно считать, что почти на П. И это еще не звуки ада, я вас уверяю. Вот звуки двух стиков, сидящих рядом, пожалуй, и делающие разрывы броска, командного броска у Патрокла из КП-5. Вот это звуки ада. Это я понимаю. Жалко, не продемонстрирую. Мало кто поймет, мало кто вспомнит.
Ай, ну блин. Позорина. Дебаггера жрут. Ну-ну-ну-ну-ну. Что эта стена мне помешала? Ну, ё-моё. Несмотря на то, что я запорола, вышло неплохо. Зачем нужен хитбокс, но пока есть клава? Ну смотри, на клаве сколько тут? 40 кнопок, например. Хорошо. Какой шанс того, что вместо нужного импута я буду попадать на соседние клавиши, а то и на две еще с ногтями вот таких вот? В хитбоксе всего там 8-12 кнопок. Я не смогу промазать. Только если очень захочу. На турнирах хитбокс не забанен, кстати говоря. Ни на одном. Это так, к слову. Жалко, здесь счета нету. В руму. Он очень бы не помешал. Да, кстати. Звуки. Как он все равно. Вот, кстати, наказывается, кстати говоря. Тут стринга из двух ударов. И не дебагер. Thank you.
Охуенная комба вообще. Кастомная комба. Классный удар, отпрыгивание со стены, я хочу его как-нибудь сделать. Только вспомните они меня не тогда, когда я проиграла, а когда нужно. Черт подери. Пишет поиграть с другом моим. Скайп? Бэтмен с ЭТО, я же его знаю. Что он пишет? Я же... Бэтмен с ЭТО, это... Про этого друга ты говоришь, да, Фокс? Если ты меня слышишь, конечно. Второй удар, наверное, хаёвый, вообще можно было съесть. На реакцию как про, но я не про, так что... Миксапы. Страшно. Спину. Thank you.
если делаю спики и начинаю больше дебаги. И нет этой боли. Огонь. Не делаю успехи и все равно жру дебагера. Я смотрю, кого-то тут явно развели на подписку буквально на пенсии. В любом случае, спасибо вам. Кто у нас там рвался выиграть? А, фоксичий мешок. Ура! Да я сейчас это драться. Какое у меня имя настоящее? Это не секрет, в общем-то. София меня зовут. Можно просто Соня. Давайте просто Соня. Если не хотите, помните. Чёрт, я же забыла ссылку на третьем году. Оформление. Ради чего все затевалось. Да, чтобы, короче говоря, быть в теме файтингов и прочего-прочего, можно зайти на fighting.ru. Там вся основная терминология, и люди, и темы, и прочее. Не пропустите. Мне иногда кажется, что наряд здесь вообще ничего не заблочит. Черт подери. Я тоже не блочила, блин. Это я не блочила. Гарантия. Это тоже гарантия.
Я так редко играю с Мигелем, что все ошибки просто наружу сейчас вылезают. Я вообще не ожидал, что он это сожрет. Опять лох. Опять запорол комбу. Сэвэл 2. Как так, ё-моё? Такая редкость, чтобы она в принципе попала куда-то в хит кому-то. Нет, тут должен быть праздник. А я парю. Неплохо, у меня есть шанс.
хорошо, когда он есть. Чего из клава можно было дергать лишние кнопки? Кстати, да. Видела я людей, играющих на клаве, именно с выдернутыми кнопками. Всеми, кроме нужных. Зачем так уродовать вещь? Если есть хитбокс. Гарантия. Да и Полин один. Как бы под этим садиться?